поводу Польши. Ну, просто, да? Мне кажется, это у них тоже испытывается нехватка людских ресурсов. Угу. Но они решили эту проблему по-другому. За счет Украины и Беларуси. Зачем им брать арабов, там, еще кого-то там, да? Сирийцев, афганцев, пакистанцев, индусов. Они эту проблему это решили. Как называется? Давайте назовем это своими Они же именами. Сказали, как что 5 миллионов уехало обратно в Украину. Так они уже рады, чтобы они все уехали. Нет, понимаете, мы... Потому что то, что они там творят...